Друзья, привет! Прекрасно хорошего настроения. Ну вот, да-да-да-да. Ай, не могу сегодня, я в первый день улицу выпустила. Ну что, подросли? Подросли. Я же говорю, гуси очень даже быстро растущая птица. Это просто вот так-то. Это просто так-то. Да-да, мой маленький. Что такое? Что такое? Да, родные, на солнышке выпустила. Уже купаются мои маленькие. Та-та-та-та-та. Вот так-то. Вот видите, как они приучаются ко мне. Они когда слышат мой голос, вот так-то. Вот я с ними общаюсь, они со мной общаются. Вот они меня как бы принимают как за свою маму. Да, мои родные. Да-да-да-да-да-да-да. Только единственное, знаете, что вот они вроде бы вот общаются с тобой, а вот если их трогаешь, они аж отбегают, они не допускают, что большая птица, что мелкая, вот я не знаю, по крайней мере у меня так. Да, родные мои, вот они, на солнышке, ну правда солнце нет, тут пасмурная какая-то погода, то есть солнце, то нету солнца. Да, мои родные, смотрите, что я вам принесла. Я в день, наверное, по 2-3 мешка травы им рву. Вот. Сейчас насыплю и пусть сами. Так я обычно ножом режу. А тут решила пусть сами. Вот они вам. Вот видите, тут и крапива, тут и одуванчики. Посмотрим, сами будут есть, не? Да, хотя едят. Обычно я ножом режу, а тут решила так им и дать. Так что вот. Вот такие вот дела. Та-та-та-та-та-та-та. Вот так-то, друзья. Всем пока.